В детстве сказывала сказки мне на сон грядущий мать, и когда, закрывши глазки, начинал я засыпать, мне мерещились во сне черти грешные, злые ведьмы на метле, с ними лешие. Страшно, шут. Вспоминается про это до сих пор еще не раз. Я страшные куплеты здесь пою сейчас для вас, чтобы тем, кто перед нами провинились, злые ведьмы, черти грешные, приснились. Ой, страшно жуть. Возвращался очень поздно на Мандрыковку домой, и поведал мне серьезный одинокий постовой. По ночам нередко лешие здесь шастают, а чуть зевнешь, и постового за гроба стают. Ой, страшно жуть. А я в такси однажды ночью лихо к дому подкатил, и по счетчику все точно до копейки уплатил. Что сказал мне тогда вслед шофер такси? Не услышишь даже и по BBC. Ой, страшно жить. В поликлинике с девицей доктор бился целый час. Так намазала ресницы, что открыть не может глаз. И на ощупь домой возвращается, как слепая на мужчин натыкается. Ой, страшно жить. Телевизоры цветные появились у нас, и экраны в них большие, и отделка первый класс. Но богатеи-то у нас вроде вымерли, а кто же сможет их купить, вы прикинули? Ой, страшно. Демонстрируются детям то палач, то фантомас, то убийцы с того света, то убийцы среди нас. Крутим фильмы для детей про покойничков, а кого вырастить хотим, он злых разбойничков. Ой, страшно. Двухсерийных фильмов ныне стали много выпускать, а готовятся картины по 4 и по 5. Но и это этап промежуточный, а будет фильм, говорят, круглосуточный. О, страшно! Быть сатириком сейчас сложно, с каждым днем все меньше тем. Скоро их весьма возможно не останется совсем. И у вас жизнь пойдет беззаботная. Только тут стану вдруг безработным я. Ой, страшно. Сейчас, мои милые, сейчас, мои дорогие гости, все в порядке. Сейчас я вам, знаете, товарищи, исполню одну миниатюру, которую, не скрывая от вас, я писал в подражание. Произведение, которое, повторяю, я сейчас исполню, я писал в подражание нашему замечательному советскому артисту,
А вот, скажем, кинорежиссер Эльдар Рязанов в одной из кинопанорам даже назвал его замечательным советским поэтом, и это справедливо. О нем же можно сказать, что это замечательный композитор, это неповторимый исполнитель, это был действительно рыцарь советского театра и кинематографа. Имя этого артиста мы с вами еще много-много лет будем вспоминать, и обязательно с доброй улыбкой. Я говорю о Владимире Высоцком. У Высоцкого есть миниатюра, где действуют два лица – он и она, муж и жена, мужчина и женщина. Когда я впервые услышал эту миниатюру, я подумал, как она точно ложится на мой давний замысел – рассказать с эстрады о телепленниках, о телестрадальцах, о тех, которые невидимой цепью прикованы к телевизору. Итак, в знак уважения и в подражание. Семейные телестрадания. Ой, Вань, сбежать не вздумай из дому, хотя бы в этот выходной. Программы все по телевизору с тобой посмотрим до одной. А то ведь помнишь, как Иван, придешь домой, бывало пьян, я за бумажником в карман, а там стакан. Ты сильно грубость нарываешься, у нас рубин цветной стоит. Куда и что ты из дому смотаешься, пока не выплатишь кредит. Ты тоже мне дала совет, купи, купи, а денег нет. Вот теперь это массет на пару лет. Ой, Вань, под Новый год мы с Лизою ансамбль смотрели Бонием. Кто же их пустил по телевизору? Они ж раздетые совсем. Глядеть на их, ну просто страх. Одни колготки на ногах, и только обручи в ушах, и все в цепях. Ты, Зин, ни в чем не разбираешься, отстала в моде на 100 лет. Теперь, чем больше раздеваешься, тем, значит, ты моднее одет. А что танцует нагишом, так не в цепях кругом. Пойдут, сдадут металлолом и купят дом. Ой, Вань, смотри, старикашечка, ну чем не доктора и болит. Влюблен он каждую букашечку и знает, что ей болит. И ты бы, Вань, сходил к друзьям, принес хотя бы кошку нам, а то уставился в экран, вон как баран. Мозги тут пудрят телезрителям, о, кошка ведь влюблен. Видали мы таких любителей, как, скажем, наш сосед Семен. Он собачку любит он до слез, а тёщу выгнал на мороз. Она всю ночь, как пес барбос, кричала сос. Ой, Вань, смотри, смотри, Сянкевич-то нам про Афины рассказал. Мой шурин Петр Алексеевич на днях там тоже побывал. Давай деньжат, Вань, соберем, с тобою в Африку махнем. Представь, макаки там кругом, и мы вдвоем. Ты можешь дома видеть Африку, лишь только ручку поверни. Если хочешь съездить в Арктику, да, сядь в холодильник и сиди. А что твой шурин дуралей, ну повидал он Колизей, а заплатил за 8 дней 600 рублей.